Вечер добрый. У меня объявление для всех, поэтому на канале размещаю. Значит, у меня случилось, можно даже сказать, несчастье. У меня накрылся жесткий диск, и хоть я и делал бэкапы по почте, у меня накрылись все бэкапы. Но они даже были, они в другом месте были. Ну, так случилось. Я смог восстановить рабочие файлы все, но что касается почты, безвозвратно потеряно. Потеряна почта с 98 года, там что-то под 100 тысяч писем. Поэтому у меня сейчас нету фактически ничего. То есть у меня нет ни адресов, ни писем, ничего. И я не получаю ваших писем, начиная с 24 февраля. Поэтому если я вам не отвечаю, это не потому, что я такой плохой, а у меня просто нету возможности это делать. Повторите, пожалуйста, ваши письма, на которые я не ответил. Ну или пишите в обратную связь от gan.com. И в следующий раз буду умнее. Спасибо. Пока.